четверг в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем плюс 1, плюс 3 градуса, ночью 2-5 ниже 0. Ветер западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность. В светлое время суток плюс 3, в темное минус 4 градуса. Западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями. Днем плюс 2 градуса, ночью 2 ниже 0. Западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 2 градуса, ночью минус 5, западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.